Придомовые площадки в городах и поселках края преображаются одна за другой. Товарищество собственников жилья – это необходимая форма добрососедства для тех, кто хочет сам решать, каким будет вид из окна. Объединившись, можно сделать многое. Например, жильцы этого дома в поселке Трудовое решили оборудовать площадку для стоянки машин. Детская и спортивная у них уже есть. Здесь была несанкционированная парковка. Вот, машины ставили безобразно, было все в грязи. Вот. И даже автомобилисты умудрялись перепрыгивать через бордюры, выезжая на дорогу через газон. И нам все-таки вот решили установить кто-то по периметру бордюрное ограждение, чтобы уже был порядок во дворе. На все работы – дорожную отсыпку, трамбовку, бордюр и асфальтирование – ТОС получил 1,5 миллиона рублей по программе «Территория общественного самоуправления». Приведенный в порядок один двор вызывает цепную реакцию. Жители соседних дворов, глядя на успешное благоустройство, задумываются и о своем комфорте. И сделать это совсем несложно. Главное – это активность, единомыслие и желание жить в уюте. Необходимо обратиться в администрацию города Владивостока, в управление развития общественных инициатив. Вот, и вам там помогут специалисты. Подскажут, какие необходимые документы нужно собрать.